Что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Попробуем поиграть в Rebound. Ничего, пробуем. Мы уже поиграли в кооп, еще будем играть. Мне игра очень нравится, поэтому, несмотря на то, что у нее версия Early Access и 0.186, как это можно увидеть, вон там вот 187 уже, то я поиграю, мне просто нравится. Короче, первый сектор. И пойдем получим шотганчик. Короче, Коупланду дали возможность полететь в святилище, и что-то там произошло. Ну а мы, собственно, посмотрим. Полетели, чё? Какие дела? Меч 93-й. Миссия. Падение. Разбирательство с жадностью. Найти логи, нужно прохачить все это дело. Я один, помощи нету. Собственно, так и живем. Свет вроде бы есть. Стало, да? Вон там внизу наверняка что-то интересное. Фонарь, конечно, тут уменьшается, но не настолько, чтобы это было какой-то сильной проблемой. Скорее, это сам факт какого-то стрёмного. Охренеть. Какая штука. О, грейдик. Угу. Ну давай вот это. Дело хорошее, да. Куда? Я бы не сюда. Прям бутран. Да? Откуда же? Приятно. Надо из пистолета шмалять. О, тут второй полностью врос. Угу. Угу.
Неплохо. Фонарик как-то сам отключается, и что-то не сильно паришься по этому поводу, потому что достаточно светло. Хилса, да. Ушкаренок. Так, а мы отсюда пришли, правильно? Мы отсюда пришли, да. Так, что у нас тут такое? Длина непонятно, но очень интересно. Что-то так вырастает на ровном месте. Прикольно. Ладно, нам в ту сторону надо. То есть на втором этаже. Здесь ничего интересного. Только вот эта зловещая хрень. Угу.
вылечишь. Сейчас вообще не наверху не заходили. Давайте посмотрим, что у нас здесь все-таки. Блин, ну реально, я сейчас не могу понять.
раз. На Пэтгане нужно жить. Реально. Что-то у вас так много таких красивых. Патроны давай, патроны. Где? Гору не пойдет, он не гору пойдет, а пойдет. Thank you.
Г. И там что-то еще есть. Ну, такой себе. Погода. Я тут был или не был? Что-то мне какие-то очень смутные сомнения. Все, можно улетать. Обещай. Спасибо, дорогие товарищи. Продолжим дальше. В другой раз. А на сегодня пока. Пока-пока.